Екатеринбург и вся область стоят на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ. На прием к врачам сейчас выстраиваются очереди. Число заболевших растет каждую неделю. Наиболее сложная ситуация в уральской столице. В городе Екатеринбурге более значительное превышение, там 16% превышения пороговых цифр среди всего населения. За счет двух групп населения. Это за счет деток дошкольников с 3 до 6 лет и детей школьного возраста с 7 до 14 лет. Пика заболеваемости врачи ждут через 2-3 недели. В связи с этим в Екатеринбурге усилят профилактику. Чтобы не допустить эпидемии, массовые мероприятия проводить не рекомендуют. А сотрудники магазинов и кафе должны в обязательном порядке носить маски. Кроме того, медики советуют не водить в садик детей в случае, если они не привиты от гриппа. Между тем, тем, кто заболел, врачи советуют не заниматься самолечением и скорее обращаться за помощью. Это поможет избежать осложнений, в том числе и пневмонии. Чтобы избежать гриппа, врачи рекомендуют есть больше витаминов, почаще проветривать помещения и пользоваться масками в общественном транспорте.